Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D-груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее, разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за $1, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Ephere. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока.
А так, сразу прокомментирую этот момент. Если заметили, то вот есть неприятные такие места, и PushAway мне не помогал. То есть вот, ну как, да? А потому что она отталкивается от геометрии. Если посмотреть сетку, то она такая лоупольная. И, ну понятно, да, почему могут пересекаться места, где, ну, то есть не поможет. Поэтому PushAway можно удалить. И... сделать как? Во-первых, нажать 3. Ну, хотя можно не сглаживать. Ну, сейчас проверим. Поверх всего вот этого дела. Ну, пока я покажу так. Назначаем Ornatrix Strand Smooth Surface. Здесь ставим дивизион 3. Но есть момент в чем. Смотрите, надо нажать 3 здесь. Таким образом, вы подгоняете... все это моменты, то есть более аккуратно, смотрите, без смус, со смусом получается вот качественно. Ну еще на рендере посмотрим, мне кажется, тут еще границу надо настроить. Ну, в принципе, я же говорю, я не доверяю вьюпорту, я всегда на рендере это смотрю, как оно выглядит. Вот второй момент, я думаю, вы уже поняли, что так, что я сбил-то. Лэнса мы будем управлять вот этим переходом. То есть, почему я заморачиваюсь и не рисую маску? Потому что за счет этого я могу классно контролировать переход. Видите, да, вот плавный вот этот. Ну, тут вот, кстати, видно, где надо править границы. Вот почему там получается так. Из-за гидов тут нужно еще посмотреть. Ну, хотя можно, короче, я сейчас поэкспериментирую с группами, потому что одним-то можно добиться, но не всегда. Ну, то есть вот, да, вот этот переход как бы можно делать, но... В общем, я хочу еще попробовать по группам плавные. Ну, классно получается, но хочется контролировать больше. Сейчас проверим, получится так или нет. То есть включить еще все вот эти лэнгсы. Тут надо аккуратно прям вот эти значения, они до того такие вот чувствительные. Но переходы вот можно настроить, видите, лучше как бы более контролируемо получается, как по границам. 0,4. То есть границу интересно можно настроить. Допустим, 0,5. Получится более интересный результат. Размытие такое. И тут можно 0,6. Вот. Только длину побольше, 0,6. Ну-ка. 0,7. То есть надо еще аккуратно вот это все. 1. Ну, как бы да. Вот, интереснее получается, чем просто с одним ленсом. Также вот. С этим ленсом, а что с ним-то? Не то. Прикольно так. Вот, ой, блин, значение, короче, надо подбирать. Главное, чтобы вот эту челку не убить потом. Так, вот это мне не нравится, что оно такое длинное. Что оно такое длинное? Это один, вот, достаточно. Или 0,7 даже. Вот, и этот ленс надо настроить, чтобы не убивало челку сильно. Ну, рандом, понятно, да, делает. А если я его уберу на 0, то будет, а ничего оно там не убивает, видите. А вот, но рандом нужен, потому что так круче результат получается.
и blend. Blend, а ну-ка, если... Не, blend здесь не нужен, просто оставляем так. То есть, видите, уже результат получается более крутой, более плавный. Тут вот как раз маска, ну видите, граница более реалистичная за счет того, что я там маску прорисовал. Вот это мне, мы же там рисовали границу, в принципе, надо еще реф посмотреть, но уже лучше. На рендере я еще буду смотреть. То есть, видите, можно достигнуть плавного перехода границы. Такой красивый получается. Вот. Так. Ну, на сегодня хватит. Завтра продолжу. Так. Мне не нравится вот этот момент. Как-то он получился так не очень, скажем. И я думаю, что тут надо как-то сейчас продумать. Может даже вот так вот срезать. Вот. И вот здесь более аккуратно сделать так. Ну. А так, в принципе, ну, я еще на рендере буду смотреть, как я и сказал. Я вьюпорту не доверяю. Поэтому что я сейчас сделаю? Зайду в Ornatrix. Выключу все эти дела. И, ну, конечно, здесь еще, да, надо проработать гиды. Так, но сначала маску я проверю. Включу ее отображение. И думаю, что здесь надо сделать. Так, ага. Ну, в симметрии я ее сейчас поправлю. Сделаю, наверное, что же сделать? Так, включу, конечно же, симметрию. Симметрия включается вот здесь вот. Screen projection. А, не, Reflection. И Steel Express я выключаю. Беру эту хорошую маску. И что делаю? Делаю я... Так, надо продумать. Тут надо момент этот хорошенько продумать. Вид сбоку. Ну, вот так вот. Я думаю, будет хорошо. Такой вот вырез. Мы что, подстригать можем, как хотим. А здесь еще в том аккуратно вот так вот размыть. Вот. И я думаю, еще вот здесь вот границу подразмыть. То есть, прям сделать вот так вот. Вот так вот. Здесь симметрию лучше выключить, потому что будет такая, ну, некрасивая граница. И шифтом вот так вот подразмыть. А затем, ну и думаю, хотя здесь нормально было. Вот. А тут еще чуть подразмою. И вот здесь вот еще чуть-чуть прям сильнее. А, вот. И сейчас вот гиды эти продумаю. То есть вот эти уберу, наверное. Посмотрю, что получится. Save Texture. Так, пятерка. Включаем отображение волос. Включаем всю длину. Smooth. Смотрите, здесь вот круче получилось благодаря маске. Ну, на рендере еще посмотрим. А потом вот, вот здесь вот я переход сделал. Надо гидами просто еще проработать. Вот, вот эти гиды, их надо как-то... А, и эту границу, наверное... Сейчас разберемся. Вот эти гиды надо убрать.
вообще их удалить. Так, если я их удалю, сейчас посмотрим. Delete, пум-пум. Потом вот здесь вот эту границу надо продумать, проработать. Вот, а единственное, ну да, тут надо проработать. Красиво, чтобы было. Угу. Ну, гиды сейчас проработаем, делов-то. Вот так я их нарисую. Посмотрим, что получится. Draw Strand Tool. Draw Alone Surface. Здесь 0,1 достаточно будет. Вот. И раз. Два. Два. Чё он так? Непонятно как-то. А. Чё за бред? Прикольный какой-то люк. Почему-то туда привязывается. Ладно. Не буду я с этим разбираться. Сейчас вот сделаю. Так будет даже проще. Вот, а вот эта часть, чтобы было красиво, я добавлю плант сюда. То есть вот так вот. Посмотрим, что получится. Вот, а вот этот гид надо аккуратно расчесать сюда. Сейчас посмотрим. Если что, доработаю. А, единственное, что... Да, надо цвет поменять сейчас. Такая группа у нас это была... Это у нас пятая. Значит, пятую назначаем. Пятая группа. Sign. Теперь смотрим по длине. Ну, уже лучше, согласитесь. Переход этот, ну, вот эта вот часть. Ее можно сделать более четкой. То есть не такое размытие в маске. И вот здесь вот может более плавнее. Сейчас посмотрю. Так. В принципе, такое может быть. Такой вот разрез, вырез. Это уже зависит от парикмахера. Сейчас я проверю маску. Так, 6. Более плавно. Вот эти гиды надо подвинуть, потому что, по сути, они за маску выходят, и там нет роста волос. Вот так вот. Потом разберемся. Так, что за... Вот так вот. Так. Здесь более плавный такой... ну, здесь меньше сглаживания. Так, маску сейчас я отредактирую. То есть более четкая граница белого цвета. Сейчас проверим. Я оставлю так. Посмотрю, что будет. Просто интересно.
А здесь нужно, наверное, сделать вот так вот. Вот. И это надо было делать в симметрии. Ну, сейчас проверю просто, если что, доработаю. Оставлю так, посмотрю. Так, посмотрим, что у нас получится. Вот более четкая граница. И более плавный такой вот переход. Мне нравится так больше. Единственное, еще здесь хочется подрезать. Ну, в принципе, давайте я маску как раз вот сейчас по симметрии. Опять же сделаю. Вот. Так вот. И здесь вот так вот. Более так интереснее. Вот. Посмотрим, что получится. Здесь размою, но блюр сделаю поменьше. Вот. Так, мне кажется, будет интереснее. Сейв. Смотрим, что получается. Ну, уже лучше. Вот эти длинные, правда, волоски, они мне не нравятся. Бум-бум. А, надо ж. Lens. Smooth. Ну вот, уже интересный такой переход. Более аккуратный. Причем можно попробовать сделать как. Так, сейчас я продумаю. А вот этот момент, который вот здесь вот подрезанный аккуратно. Сейчас мы его продумаем. Продумаем как. Более аккуратно. Сделаю еще плант. Раз, два. А вот это дело я смещу сюда. И расчешу вот таким вот образом. Вот. А потому что вот так вот. И здесь еще один план надо вот так вот сделать. При этом вот эти вот, смотрите, у нас есть четвертая группа, я сделаю вот так вот и назначу четвертую группу. Посмотрим, что получится. То есть более интересный плавный переход. Должен быть, я не знаю. Ну вот, смотрите, если вот четвертая группа, тут переходы, короче, она стала аккуратнее, если. Я не могу показать сравнение, но я думаю, вы помните,
Можете перемотать видео, сравнить вот этот вариант. Вот, оно стало аккуратнее. Как раз даже вот здесь вот должен быть момент более... Я вам сейчас референс покажу. Смотрите. Так, listen. Вот. Вот, тут я пытаюсь как раз вот этот момент повторить. Но у меня немного по-другому, потому что здесь длина другая. Я не стараюсь прям воссоздать это. И вот эти волоски мне не нужны. Ну, то есть, у нас там пробор, а здесь его нет. Это другая прическа. Вот. Но вот этот момент у нас вот так вот. У него просто волосы, смотрите, идут. Да елки-палки, короче. Сказать вам. Они вот так растут. Ну, то есть, а у нас отсюда. Ну, то есть, там по-другому немного момент. Поэтому пусть будет так. Здесь можно... Вот, а как раз тот момент, о котором я говорил, вот, видите, здесь идет вот так вот. Подбрить, в принципе, можно еще даже, как у него. Смотрите, сделать, что мы сделаем. Мы... Так, ладно, я его сейчас вот так сделаю. Сюда, чтобы видеть прям. Мы подбреем таким вот образом, то есть длину можно меньше прям. Blend потом я еще настрою. Так. Пусть будет. Это сильно много. Сейчас 0.2. Здесь 0.3. Нет, это слишком. 0.4 пусть будет. Вот. И граница вот эта вот интересная. Да, тут за счет того, что гиды еще нужно интересно продумать. Сейчас разберемся. Или blend больше настроить. 15, например. А здесь 0, пускай 1 будет. Вот. Нужно просто больше смазывать границу 3. И здесь вот нужно 2. Нет, 2 это много, 1. Давайте 1,5. Вот она более плавная. В принципе, ну еще здесь нужно 2. 2 это много. Давайте 1,5. Вот уже лучше. Получается интереснее. Как раз, ну не так, как у него. Прям можно тут волосы еще. Сейчас сделаю. Тут понятно, что расчесать можно в любом направлении вот эти моменты. В Surface Comp есть такой момент, можно точечно еще делать направление. Можно просто расчесать гиды. Давайте я то точечное направление еще не пробовал, хочу сейчас попробовать. То есть вот здесь вот выровнять немного по-другому. Сейчас попробуем. Сохраню сцену на всякий случай. И попробую добавить Surface Comp.
только точечный. Смотрите, поверх всего этого. Так, Here from Guides надо поставить 0,1%, чтобы сильно не тормозило. Вот, и поверх добавлю Surface Comp, просто для теста. И в Tool Settings выберу. Ну-ка, если сделать вот так, и здесь выбрать Ripple. Нет, не получается. Attract. Да, тут влияние все равно, видите, делается. Не получится так, как я думал. Точно, все-таки здесь нет такой штуки. Ладно, без Surface Combo сделаем. Кидами. Тем более их тут мало. А смотрите, что нам нужно сделать. Это просто... Ой, блин, да зачем мне ваш Surface Comp? В Edit Guides. Нам просто нужно сделать вот так вот. Сейчас я сделаю. Выбрать Git и просто его расчесать вот так вот. Более аккуратно. Раз. Два. Видите, как все просто. Три. Только Git не должен влазить, естественно. Вот так вот. Вот. Аккуратно это все дело. Так вот расчесать. Будет более естественно. И здесь тоже нужно сделать вот так вот. Вот уже более правильное положение волос. Ну а там, я же говорю, зависит от расчесывания, может и так быть. Смотрите. Более аккуратно. Тут мне не нравится, сейчас я проверю по гидам. Вот уже лучше. Просто нужно их дальше чуть-чуть делать. Вот так вот. Вот. Уже лучше. И, собственно, что еще? В принципе, все. А здесь можно еще поработать с длиной. Давайте я назначу еще сюда четвертую группу. Посмотрим, что получится. Сайн. А можно даже третью попробовать. Сайн. А если вторую? А, там все смешивание идет, поэтому прям сильно оно влияние не дает. Ну. Так, что у нас получается? Уже более аккуратно. Видите, да? Ну, здесь плавное затухание такое вот идет. На рендере еще посмотрим. Может быть, тут надо с границами поиграть. Вот. Я понимаю, что здесь можно вырезать больше при желании. Это надо, кстати, с персонажем смотреть. Его сгладить еще надо.
сам скальп скрыть. Я сейчас понимаю, что, блин, как-то я высоко поднял это дело. То есть, если смотреть на референс, то здесь должно быть вот так вот. Это сильно высоко, то есть мы прям вырезали, получается, вот эту часть я вырезал. Блин, а что так, я не продумал это. Вот, то есть вот эта часть должна быть прям, и будет тогда правильно. Ох ты ж. Окей, сейчас сделаем. Придется отделить скальп. Ну, нам было просто мне маску нарисовать сразу по тому персонажу. Блин. Окей, сейчас нарисую. У него развертка, по-моему, есть. Да, развертка есть, все хорошо. Волосы я пока не скрою, а сейчас дорисую просто маску. Так. Ну, а что ж, с кем не бывает. Такой рост волос, естественно, неестественный. Хотя такие залысины могут быть. Вы сами понимаете, нужно исправлять. Так. Или пускай такой мутант будет. Просто здесь строение черепа, вот. Я даже не знаю. Если вот так вот смотреть. Хотя, в принципе, это может быть. Вот смотрите, у этого мужика прям далеко. То есть. И вот тут интересна вот такая штука. Я просто равнялся на несколько. Если вот считать по глазу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В принципе, так может быть. Я оставлю, пускай будет. Нет, сильно лысо все равно. Блин. Даже вот этого, если смотреть, вот так вот, то тут, конечно, волосы намного ближе. Блин. Вот это ошибочка. Ладно, сейчас исправим. Как быстро исправлять? Просто пересадить на скальп новый. А давайте я нарисую ему маску. Я сделаю копию этого персонажа. Что я сделал, я не знаю. Так, сейчас. Так, делаю копию. Вытягиваю ее из группы. Да, блин. Пускай будет здесь в группе. А теперь что я делаю? Я удалю все остальное. То есть вот так вот.
не нужно. Можно шифтом. Вот так вот удалить. Вот. Эти части я все потом удалю. То есть сейчас не так важно. Суть в том, что нужно правильно скальп сделать, то есть этот бейс скрыть. Вот, блин. Сейчас я его в другой лейер сделаю. Просто помещу в другой лейер. Вот, а вот этот мы доработаем сейчас ивишку. Я нарисую просто маску. Я не буду это записывать, зачем это вам нужно. Ну хотя нет, покажу все-таки, как переносить. Так, иви. Ну что там? Ивии отвлекает меня тут. Блин, когда сбивают, это неудобно, конечно. Layout, вот. Все, ивишка есть. Единственная маска надо будет потом перенести. Сейчас это не так важно. Так, а теперь скальп этот нужно отсоединить, то есть нарисовать маску. По этому товарищу. Надо перейти в рендеринг, текстуринг, 3D Paint Tool. Тут маска, надо другое альбедо назначить. Так, сейчас я сделаю. Вот, и сюда назначить. Это Schlambert, все правильно. 3D Paint Tool. Блин. А, надо создать еще атрибут, сейчас. Текстура пусть будет, неважно какая. Вот, уже рисует нормально. Странно, но как-то рисует. Я даже не знаю. Маска, наконец-то. Full paint. Теперь сейчас нарисую маску. Да, немного затупил, но что ж поделаешь. Вот так вот. Так, наверное, сейчас по репу вот этому будем смотреть. В роки, конечно, я все это вырезаю, поэтому что мне делов-то. Так, расстояние от брови вот примерно вот так вот. И здесь еще надо симметрию, блин, сейчас. Action. Вот так вот будет, пусть такая вот маска. Вот. Это я буду отделять эти полигоны. Угу.
маску потом поправлю, конечно же. Потому что нужно будет поменять ивишку. Вот, ладно. Процесс, я думаю, вам понятен. Я не буду это записывать. Я просто сейчас отделю скальп и покажу вам уже, как перенести на этот скальп эти волосы и доработать. Вот. Смотрите, скальп я отделяю с запасом. То есть, чтобы потом удобно было маску рисовать. На всякий случай, чтобы всегда был запас. Поэтому вот так вот я нарисовал маску, да, и отделяю. Ctrl-Shift-I. Delete. Теперь есть скальп, который как раз пригодится для переноса. Вот, у него есть развертка своя, и там я ее сейчас поправлю. И еще один момент, я перенесу ту маску, которую мы рисовали уже, на этот скальп, ее просто доработаю. Вот, то есть длина там, просто ее потом доработаю, чтобы по 100 раз ее не перерисовывать. Да, будет потом надо будет дорисовать эти границы, но тут уже разберемся. Потому что у нас там есть маска, ну хотя эту маску можно проработать, ее нужно будет инвертировать. В общем, разберусь, сейчас я этот скальп развернул, развертку я уже не буду вам показывать, зачем она вам нужна. Так, смотрите, есть маска, и тут задача теперь, как это перенести на новый скальп, который у нас, ну, который я сделал уже более правильный. Суть в том, что выделяем Edit Guides в Ornatrix, то есть все модификаторы выключаем, они сейчас не нужны. Есть Edit Guides. Во-первых, запекаем его, потому что мы делали много изменений. Потом делаем, выделяем это все, делаем Reset X Form, потому что, ну, так, надо Freeze, Reset. После чего нам нужно Ground Strength назначить и переназначить это на новый скальп. Ground Strength. Ground Closets End выключаем, потому что бывает так, что если гиды вот находятся рядом, эта и эта часть, то кончик может привязаться и будет наоборот. Лучше вот это выключать. Теперь мы указываем новый скальп. Вот у меня скальп New. Я его указываю вот так вот. Почему-то, блин, почему? Сейчас, извиняюсь, у меня тут в слоях
Не, он выделяется. Значит, его надо сейчас минуту. Edit, delete all by type history. Забыл я сделать. И modify, freeze, reset. Все. Теперь он точно должен работать. Ground strength указывает. Вот, scalp new shape. Он указался. Теперь attach roots. Ну, вот интересный момент. Здесь происходит delete. Неправильно. Произошло. Бывает такое. Ну да, нужно... Сейчас. Modify, freeze, modify, reset, edit, delete all by type history. А здесь можно просто в bracket guides указать новый shape. Раз. Все, он привязался. То есть, если мы назначим Ornatrix edit guides, будет такое превью, да? Возможно. Блин. Бывает такой момент, вот мне он непонятен часто. Бывает, надо бороться с этим. Вот, Ground Strength, Ornatrix Edit Guides. Да что ж такое? Вот, почему-то они сбиваются. Ладно. Сейчас я по новой открою, что-то я не так сделал. Суть в том, есть, сразу делаем на скальпе новом обязательно edit delete all by type history, затем modify freeze, modify reset, проверяем, нет ли тут замороженных ченнелов, если они заморожены, все это выделяем и делаем unfreeze. А, тут freeze, ну все уже. Тут unfreeze, unlock и delete еще нужно делать. Delete selected. Вот. А потом выделяем этот гид. Гиды. Запекаем. Ornatrix. Edit guides. А здесь выбираем interpolation strand. На всякий случай triangulation. Так. Ornatrix. Ground Strength. Указываем Shape. Смотрим. Он обновился. Назначаем Attach Roots. Вот этот момент может быть, но если мы назначим Edit Guides, вот, все нормально, как видите. Коллапсим, чтобы уже применилось к новому скальпу. И у нас есть Scalp New Shape. Теперь на вот это не обращаю внимания, здесь оно будет показывать, типа оно сбилось, но оно не сбилось, как видите, все нормально. Если назначить Scale from Guides, новый, потому что этот уже он не подходит. Смотрите, Scale from Guides. Волосы рисуются. Теперь сюда нужно загрузить маску правильную. И скопировать все настройки, которые у нас там были. И плюс еще там партинг надо настроить. Но это мы потом сделаем, когда я дорисую гиды. Так, смотрите, в Hair from Guides ставим 100%, включаем волосы, включаем View. И что мы делаем? Мы берем и рисуем, назначаем эту маску, которая должна быть. То есть сейчас волосы растут везде. Назначить маску нужно правильно, то есть взять этот скальп, посмотреть. Какая там маска у меня рисовалась. Здесь вот копируем просто этот путь. Вот. И сюда его вставляем через файл. Не так, а вот так вот. Тум. Все, оно растет там, где нужно. Просто нужно будет гиды добавить. А теперь что нужно сделать? Просто в Ornatrix Edit Guides дорисовать гиды по этой маске. То есть, что она такая какая-то стала? Надо, во-первых, ее отредактировать. Сейчас я это сделаю.